Новый период в жизни начался у 22 тысяч 11-классников Кубани. В Краснодаре в этом году, вслед за губернаторским, впервые состоялся общегородской бал выпускников. На него пригласили медалистов и тех, кто набрал максимальные баллы ЕГЭ, призеров предметных олимпиад и спортивных соревнований. Примерно 1200 старшеклассников вальсировали в музыкальном театре, а затем прошли к театральной площади. Подробности в сюжете Дарьи Безинской. Дорожка и Биг Бен Гараняна. Это не церемония вручения наград престижного кинофестиваля. По ступеням в музыкальный театр поднимаются выпускники. Каждый из них по праву заслужил заветное приглашение на общегородской выпускной бал. Среди бывших 11-классников – золотые и серебряные медалисты. Ученики, набравшие 100 баллов на ЕГЭ, и победители олимпиад. Каждому на входе выдают всем знакомый атрибут прощания со школой – колокольчики. Школа уже закончилась. Очень здорово, переполняет радость, эмоции, прям счастье. Скоро будет вуз, новая жизнь. Праздник будет просто замечательный. Мне очень приятно, что меня пригласили. Сейчас такое время, череда праздников. И после 11 лет это так здорово, что наконец можно расслабиться и почувствовать вот эту неповторимую атмосферу. Выпускные вечера, балы. И вокруг столько много красоты. Я просто счастлива, что я сейчас здесь, и что можно вдохновиться этой великолепной атмосферой. И закончилась школьная жизнь, наступает совершенно новое время, новый шаг мы делаем во взрослую жизнь. Это, несомненно, здорово, есть некоторое волнение, но мы надеемся, что все будет хорошо. Блеснуть нарядами и умением танцевать на балу смогли все желающие, не только под звуки классической музыки, но и под любимые рок-композиции. Приверженцы литературы оставили свои мысли и пожелания в книге знаний, а уже в концертном зале выпускников встречали лазерным шоу. Со сцены к лучшим выпускникам Краснодара обратились со словами напутствия глава Краснодара Владимир Евланов и председатель городской думы Вера Галушко. Я думаю, что у каждого из вас впереди прекрасная жизнь, потому что сегодня вы на пороге стоите. Детство, и оно сегодня у вас оканчивается, и начинается взрослая жизнь. С большими дорогами, с большими открытиями, с большими желаниями и устремлениями. Впереди профессии новые, работа. Но сейчас желание всех поступить в высшее учебное заведение. Я думаю, что ваши пожелания обязательно сбудутся. И вы будете дальше продолжать обучение в высших учебных заведениях. Вы даже себе представить не можете. Как мы хотим, чтобы вы были счастливы, самыми счастливыми. Мы хотим, чтобы у вас все в жизни удалось, чтобы светила вам удача, чтобы вы достигли того, чего вы хотите, чтобы все ваши пожелания сбылись. По традиции, самым активным родителям первые лица вручили медали «Родительская слава» и поздравили двух выпускников, которые вошли в золотые страницы Кубани. Кульминацией праздника стала клятва выпускника, которую уже бывшие школьники произносили вслед за ведущими с особым чувством. С честью продолжать традиции старшего поколения, своей семьи, родной школы, любимого города. А потом под звон колокольчиков по старой привычке герои праздника выходят на улицу, чтобы выстроиться в общую колонну. Но после многочисленных поздравлений и теплых слов поддержки, выпускники вышли на улицу Красную, чтобы сделать первые шаги в свою взрослую жизнь. Сначала они пройдут на театральную площадь, но там праздник не закончится. На специальных автобусах их развезут в родные школы, где уже учеников будут поздравлять их учителя и родные. Ну а с рассветом наступит первый день взрослой жизни. Именно в этот день абитуриенты должны будут выбрать вуз, в который будут поступать, и свой жизненный путь. Дарья Безинская, Евгений Гирник, телекомпания «Краснодар».